Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с творчеством художников и их автобиографией. Испанский художник в романтическом стиле, который специализировался на портретах Антонио Мария Эсквиэль и Суарес де Урбина. Родился в Севилье 8 марта 1806 года. Я пользуюсь Википедией. Начал свое обучение в Севилье. Там познакомился с живописными техниками, практикуемыми Мурильо. В 1831 году, уже женатый и нуждающийся в работе, переехал в Мадрид и поступил в настоящую Академию изящных искусств Сан-Фернандо, став заслуженным деятелем искусства. Был вовлечен в интеллектуальную жизнь Мадрида и в 1837 году был активным участником основания местного художественно-литературного лицея, где вел занятия по анатомии, предмету, который позже он будет преподавать в Академии Сан-Фернандо. Вернулся в Севилью в 1839 году, страдая от болезни, которая сделала его почти слепым. Находясь в глубокой депрессии, он пытался покончить с собой. Его друзья и коллеги по лицею посодействовали ему пройти лечение у известного офтальмолога во Франции. Благодаря их поддержке к концу 1840 года к нему вернулось зрение. Его официальное признание включает командорский крест ордена Изабеллы Католической. В 1843 году был назначен придворным художником, а в 1847 профессором Академии Сан-Фернандо. Был одним из основателей Общества защиты изящных искусств. Написал книгу по теории искусства. Называлось она «Описание анатомии живописи». Его сыновья Карлос и Висента также были художниками. Умер в Мадриде в возрасте 51 года 9 апреля 1857 года. Ну вот так вкратце из переводной Википедии о испанском художнике в романтическом стиле, который специализировался на портретах Антонио Мария Эсквиэль и Суарес де Урбин. Пока-пока, до свидания.